Ты уже подтянулся. Вначале полтинник и корпус проигрывал, а сейчас уже поменьше. Уже вторым разворачивается венгер. Хотя визуально Чад Бекова впереди. Пошел третий полтинник. Корпус Майкл Фелс выигрывает у преследователей. Решил не рисковать, не ввязываться в драку, а сразу обеспечить себе комфортное преимущество. Но этого преимущества нет. Вдох на каждый цикл. В то время как венгер позволяет себе дышать через раз. Но и вот он последний полтинник. Тяжело Майклу Фелпсу. Ну посмотрим, он в этот раз на 200 бат. Но впереди финал. Впереди финал. И посмотри, что с ним делает 19-летний пацан. Подпрессовывает очень лихо, действительно. Не подпрессовывает, а выигрывает. У него полуфинальный заплыв. И отправляет Майкла Фелпса в финал не с лучшим временем. Да, 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 как здорово. Вы посмотрите-ка. 53-96. И Чед Леклок.